Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Мы приветствуем вас в Республике Бурятия. Сегодня именно Республика Бурятия представляет свою методическую копилку по работе с краеведами, точнее, по работе в области краеведения с молодежью России. Сегодня у нас уже вторая лекция состоится, и проведет ее Потакуева Валерия Михайловна, победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, учитель истории обществознания и руководитель школьного музея Горхонской средней общеобразовательной школы номер 73. Лилия Михайловна, здравствуйте. Приветствуем вас. Очень рады нашей сегодняшней встрече. Я предлагаю долго не затягивать и передаю вам с удовольствием слово. Спасибо большое. Я приветствую всех участников нашей конференции. Меня зовут Потакуева Лилия Михайловна. Я учитель истории обществознания и заведующий музеем Горхонской средней школы номер 73, Республика Бурятия. Тема моей онлайн-лекции называется «Связь поколений и времен». Вначале немного о себе. Родилась я в поселке Горхон, Республика Бурятия. В 1982 году закончила Бурятский педагогический институт имени Даржи Банзарова. Учитель истории обществознания высшей квалификационной категории. Отличник народного просвещения, победитель муниципального этапа «Лучший по достижениям» 2008 года. Призер республиканского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2013 года. Призер республиканского конкурса виртуальных проектов «Школа года Великой Отечественной войны» 2020 года. И вот нынче победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Руковожу музеем уже почти 15 лет. В соответствии со стратегическими планами государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития и укрепления обороноспособности страны, дальнейшее формирование патриотического сознания учащихся и молодежи как важной ценности современного духовно-нравственного единства общества, а также на основе создания и сбора экспонатов краеведческого характера в нашей школе в конце 20 века стала работать студия Горхон-Онегина, которая впоследствии перешла в школьный, переросла в школьный историко-краеведческий музей. Из 48 экспонатов на начало создания на сентябрь 2020 года музей хранит 647 экспонатов, собранных учащимися и подаренных жителями поселка Горхон. Члены студии Горхоноведения, впоследствии Совета музея, вели исследовательскую работу за 20 лет. Через музей прошли 120 человек, которые искали, пропагандировали, рассказывали об экспонатах, создавали будущий музей, ходили по домам, обследовали чердаки заброшенных строений, приносили в школу остатки предметов, орудий труда наших земляков. И вместе мы с ними все отмывали, чистили, готовили экспозиции. Позже подошли к исследованию подлинников исторических краеведческих документов. Программа работы по краеведению на начальном этапе строилась в соответствии с патриотическим воспитанием граждан Российской Федерации. Предполагала совместную деятельность государственных структур. Советом ветеранов Горхонской дистанции пути, Советом ветеранов сельского поселения Горхонское, творческих союзов и организаций, в частности, с Центром досуга и железнодорожных. А также с созданием музея сфера деятельности постоянно расширяется, и мы выполняем свой музей, любим свой музей. Свою работу я бы предварительно разбила бы на три этапа, можно так сказать. В 1994 году я разработала курс «История поселка Горхон» на основе воспоминаний учителей ветеранов педагогического труда. Значит, секундочку. Коллега Мария Ларионовна и Тамбиева Николая Жабаловича. Портреты этих сподвижников-краеведов находятся в школьном отделе музея. Я защитила авторскую программу при Бурятском институте повышения квалификации работников образования. Первые ребята пришли ко мне в далекие 90-е годы прошлого века. Тогда еще живы были бабушки-старожилы. Они передавали нам ступки с пестиками, ручные жернова, березовые туеса, весы, кантари, измены и другую хозяйственную утварь. Помещения у нас не было, и все это выставлялось в кабинете истории.
Мы придумали свой гимн про маленькую железнодорожную станцию в Сибири на границе Бурятии и Забайкальского края. Положили его на музыку, пели. Было здорово и для детей в новинку. Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем нашу маленькую станцию с названием Гарпон. А живет поселок к этой своей жизни вековой, и не зря поем мы с вами, что он стал для нас родной. Солнце утром на рассвете смотрит в голубую даль, и бежит по рельсам здесь стальная магистраль. Наши предки создавали этот длинный путь далек. Он, как нитка с жемчугами, убегает на восток. Сбор и поиск музейных экспонатов является одним из главных составляющих частей нашей деятельности. Большое внимание мы уделяли сбору орудий труда железнодорожников. Фонари железнодорожные и рабочие чемоданчики машинистов паровоза, арифмометры, часы начальника станции Гархон и предметы быта наших земляков. Началась работа по оформлению работы альбомов железнодорожной династии. Традиционными стали встречи с жителями нашего села. Праздники, песни наших бабушек, «Моя малая родина», «История старой вещи», «Гархонское чаепитие». Простите. Члены студии готовили сценарий праздников. Ветераны приносили свои изделия, рассказывали о жизни и пели песни. В нашем поселке проживают жители разных национальностей. Русские, буряты, татары, украинцы, белорусы, потомки поляков и немцев. Были выходцы из семейских сел Мухашибирского района. Рассказы мы оформляли в планшеты, собирали вышивки наших гархунских умельцев и мастериц. Впервые сняли видеокамеры наших гостей. Федотову Наталью Михайловну, Филиппову Надежду Александровну, Полянскую Зою Ивановну, Отчирову Людмилу Санжену. Началась экскурсионная работа. Экскурсии по селу, району, выездные экскурсии в музей декабристов, город Петров-Забайкальский, город Улан-Удэ, по городам Сибири, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Братск. Начало работы над исследовательскими проектами «Ветераны войны и труда», «История моего села», «История Гархунской школы» положили документы, передаваемые в музей родственниками, уезжающими из поселка, детьми и внуками ветеранов труда и войны. Нам приносили орденские книжки, медали и грамоты, благодарности, фотографии того далекого советского периода нашей Родины. Систематизируя материал, члены студии стали готовить списки ветеранов войны, собирать фотобиографии, награды, воспоминания и пополнять книгу памяти. В конце 90-х годов прошлого века у нас накопился большой материал, который мы использовали для работы в школе, на уроках, классных часах, на олимпиадах, конкурсах по краеведению. И как итог десятилетней работы оформления папок «История поселка Гархон», «Моя родословная», «История Гархонской дистанции Путиль», «История депо Гархон». Собранными документами, проведя систематизацию материала, ученица нашей школы, член студии «Гархоноведение», заняла первое место на районной олимпиаде по истории. А 38 студийцев стали призерами и победителями районных республиканских конференций «Летопись родного края». О нас узнали в районе, стали печатать материалы в районной республиканской прессе. Материал копился, и хранить его стало уже негде. Стал вопрос о помещении. Найти его в школе очень трудно. И все же, после долгих переговоров с администрацией, мы получили маленькое помещение, наш школьный музей. Таким образом, результатом первого этапа стало открытие школьного историко-краеведческого музея. На открытии присутствовали ветераны труда, глава администрации сельского поселения, педагоги и ученики нашей школы. Второй этап краеведческой работы затрагивает период с 2003 по 2013 год. Исходя из наличия выставочного материала и количества и качества экспонатов, на заседании членов Совета музея было решено создать 5 отделов музея. История создания музея, история села Гархон, уголок боевой и трудовой славы, история Гархунской средней школы номер 73 и нумизматический отдел. Следующая стала задача по формированию коллекции и подготовке материалов для получения звания и присвоения звания нашему музею. Вот такую хорошенькую маленькую презентацию сделала наш музеевед Дарья Марьянова, в котором рассказала, сколько у нас отделов, как можно по ним пройти, что посмотреть. Мы провели большую работу по систематизации коллекции экспонатов, оформили необходимую документацию и в 2004 году получили свидетельство о присвоении нашему музею статуса историка краеведческого.
Музей начал активно участвовать в районной краеведческой жизни. Мы исследовали и представляли свои работы. История немцев-поселенцев села Горхон. Семейский след немецкой фамилии. История железнодорожного клуба станции Горхон. Топонимика села Горхон. Собрали фотоматериалы о каждом предприятии нашего села. О памятниках, которые исчезли с лица села. В 2005 году получили первое место на конкурсе презентации музеев. А через год, в 2006 году, заняли первое место в районном конкурсе музеев. Тогда музеи открывали почти в каждой школе. Они были разные по профилю и назначению, но наши ребята гордились тем, что мы были одним из первых в нашем районе. Продолжалась работа по сбору материалов об отдельных периодах жизни села. Музееведы встречались с ветеранами и по крупицам собирали их воспоминания. Записывали рассказы о селе, о жителях, встречали гостей и проводили экскурсии, в том числе и с ребятами нашей школы. В нашей книге отзывов и предложений, которые ведется со дней основания музея, есть слова пожелания и благодарности со всех уголков России. Москва и Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, Заиграево и Анахой, наши соседи из сел Заиграевского района. Ветераны и бабушки наших учеников стали частыми гостями музея. В этом главная цель – связать поколения сибиряков общей историей, общей судьбой, общими патриотическими чувствами. Связь поколений, связь времен. Ветераны педагогического труда помогали нам создавать школьный отдел нашего музея. Музей стал центром проведения районной конференции юных музееведов в 2013 году. 64 участника защищали свои исследовательские работы в 6 разных секциях. Музееведы Максимов, Лученкова и Оконечникова нашего музея заняли достойные 1-е, 2-е, 3-е места. В то же время мы начали применять элементы технологии музейной педагогики. Включали в тексты экскурсии для школьников загадки, стихи, элементы театрализованных представлений. На краеведческом материале рассказывали об истории бабушкиного сундука, старинных часов и деревянного утюга. Проводили викторины на знание топонимов. Многие из наших земляков не знают истории происхождения местных названий, связанных с фамилиями первых поселенцев. Горы Скороходовка, Угловка и Семуха, Падик, Олегово и Морозово, местности Маевка, Фонтан, Бычий Покос и другие топонимы. Дети с интересом узнают информацию. Обратная связь присутствует в виде рисунков, фотографий, ребусов с данными названиями. Открытое занятие музея по данной теме мы провели для учителей истории и руководителей музеев на базе нашего школьного музея. Ребусы с удовольствием отгадывали наши коллеги-учителя. Результатами работы стали призовые места на районных краеведческих конференциях «Шаг в будущее». Параллельно все 10 лет шел кропотливый процесс сбора информации для первого сборника историко-культурного атласа села Горхон. Наш поселок развивался на основе железнодорожных предприятий, локомотивного и паровозного депо. От паровозов, тепловозов до современных электровозов. Станция Горхон, Горхонская дистанция пути, Горхонская средняя школа, железнодорожная тогда она была такой, железнодорожная больница, детский садик, пекарня. Ребята собирали фото руководителей села и предприятий, справки об открытии предприятий, экспонаты, книги, документы. С ними делились своими экспонатами. Музей Горхонской дистанции пути. Музей Улан-Удэнского отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Собрав весь материал, мы закончили работу и выпустили историко-культурный атлас села Горхон. Атлас тиражом 100 экземпляров для библиотек двух школ, села, районной библиотеки, районного архива, а также для работы с детьми вне классной деятельности. Мы атлас подарили всем нашим участникам, кто был на презентации, учителям, ветеранам, которые пришли и разделили с нами эту радость. Наш атлас был номинирован на конкурс и получил 3 награды, музей, диплом и грамоту. Результатами второго этапа нашего и работы краеведческой стало создание музея, создание коллекций, которая уже увеличилась до 500, ну а исследовательская краеведческая деятельность у нас продолжалась. Сейчас мы работаем над 3-м этапом работы по краеведению. Это совместная работа в социуме, с клубом советов ветеранов, участие в экскурсионной работе, в проектах, виртуальных проектах, которые сейчас очень распространены, очень модными становятся. Связь поколений времен прослеживается на этапе работы музея. Мы живем в 21 веке, веке электронных технологий и гаджетов. Современные дети отвлекают от разговоров со старшим поколением, плохо разбираются в своих родословных. Соединить эту связь, не дать им порваться,
задача нас, взрослых, музей совместно с клубом проводит мероприятия, где объединяются дети и взрослые. Примером тому служит праздник русского валенка. С большим интересом гости узнали происхождение этого предмета. Когда я его рассказывала, они с удивлением узнавали, как его делали раньше, рисовали его, а в конце праздника кидали на далекое расстояние. И дети, и взрослые. Победила дружба. Постепенно формировался новый состав музея. Одни ребята подрастали, уходили из школы, уступали место другим. Экскурсии становятся интерактивными. У нас в музее подрастает молодое поколение, которое сейчас начинает проводить первые свои экскурсии. Музей наш интерактивный. В музее можно экспонаты трогать, взвешивать на руках. Например, утюги чугунные, чтобы ребята поняли, какой был труд домохозяйки очень тяжелый в начале 20-го, да и в середине 20 века. Можно постучать по клавишам старой печатной машинки, рассмотреть диапроектор или виниловую пластинку. Все это уже история для наших детей, осколки прошлого. На традиционные исследования наши продолжаются. На примере исследований краеведа Мачульски с Мариной «Письмо с фронта». Письма с фронта и фронтовые фото – благодатный материал для того, чтобы дети почувствовали историческое событие через участника. Его переживания, горе, радость, поняли, какой ценой досталась победа. Исследовательская экскурсия для 9-11 классов и взрослого населения и музейная часть «Письма фронта» для учащихся 1-8 классов дают представление о роли письменных исторических источников, учат всех нас сохранять письма родных, любимых людей, читать легенду экспоната, всматриваться, потертые строчки и помятые фото. Тема исследовательской работы «Фронтовое письмо», хранящееся в школьном музее, навеяно главным историческим событием 20 века – победой советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. В каждом школьном музее обязательно присутствует уголок или отдел боевой славы, который содержит экспонаты тех далеких лет. Орденские книжки, оружие, предметы солдатского быта. Особое ценное – это письма. Письма с фронта. Они несут в себе не только частичку солдатского тепла, но и являются прямым свидетельством, а также участником исторических событий. Письма с фронта отражают личностное восприятие войны, индивидуальное отношение конкретного бойца к сражениям, редкие минуты отдыха, тревогу за тех, кто в тылу, за свою семью, детей, веру в победу над врагом. Наша школа переписывалась с бойцами, собирала вещи солдатам, отправляла на фронт и получила две благодарности от верховного главнокомандующего. Письмо ученикам от бойцов с фронта представляет наш объект исследования. Девочка поставила цель, задачу, определила методы исследования, определила место написания автора письма, а также материал для письма, фактуру, бумаги. Сопоставила воспоминания детей войны учениками нашей школы с данным письмом. Провела целое исследование. Со своей работой она выступила на классных часах. Мы провели экскурсию исследований во всех классных часах с 1 по 11 класс и выступали на родительском собрании. В 2015 году краеведы нашего музея провели поисковую работу по определению принадлежности ордена Красной Звезды. Долгое время у нас хранилась награда, расспросы с беседой с земляками не дали результата. И тогда мы обратились с письмом в Министерство обороны Российской Федерации. Ответ пришел через полгода. Орденом в 1945 году был награжден наш земляк, Винокурцев Михаил Федорович, командир минометного взвода Дальневосточного фронта. Так награда обрела своего героя. Совместная деятельность юного и взрослого поколения дает больше пользы, чем красивые слова. Собирая материал для уголка боевой славы, мы получили в подарок патефон времен войны, старую армейскую каску, солдатские пилотки, сыновей, отслуживших в армии. Но самое ценное – это семейные архивы с фотографиями. Совместно с администрацией села мы составили списки погибших земляков, занесенных в Красную книгу. В 2013 году Совет музея издал альбом «Историко-культурный атлас», где на отдельной странице мы поместили фамилии всех земляков-воинов нашего села, ушедших и не вернувшихся с фронта. В 2018 году я издала книгу «Моя родословная», где рассказывала своим родственникам, откуда мы родом. В каждой главе книги рассказ о дедах, участниках войны. Конечно, это кропотливая и трудная работа. В архивах, с подшивками газет и журналов. Но это надо делать. Это нужно нашим детям. В 2014 году мы начали подготовку к установлению памятных знаков в пределах поселения, где стояли пункты воздушного наблюдения в годы Великой Отечественной войны. У нас проходит Восточно-Сибирская железная дорога, местность гористая, и вот на горах, значит, Путиловка, были станции Кижа, Сарановка у нас в Гархоне на станции, значит, были поставлены вот такие памятные знаки.
Изготовлены они были с помощью Гарфунской дистанции пути. Значит, работали три поколения, земляки молодого поколения 21 века. Совместно с администрацией школа открывала памятников воинам, кижимцам. Когда мы рассказывали о них, читали стихи, были слезы на глазах у жителей села. Нет важнее слез жителей села, простых русских граждан, взглядах молодых на гранитные плиты с именами воинов-ветеранов. И здесь прослеживается связь поколений. Подготовка рефератов и докладов для научно-практической конференции – важная часть нашей исследовательской краеведческой работы. Участие в конкурсах, конференциях, викторинах и смотрах, ежегодные, значит, конференции и конкурсы, которые проводят наши всероссийские центры, республиканские центры, все они у нас, значит, воздействованы, ребята в них принимают участие. Это у нас результаты как раз конкурса. Та война взревела много весен назад в центре гражданских инициатив города Оренбурга. Одной из работ нашей краеведческой считается восстановление, значит, и создание музейных экспонатов руками детей. Вот такая историко-краеведческая реконструкция была создана Мудруковым Виктором и, значит, стоит у нас в музее как результат тоже связи времен, совместной деятельности. И, естественно, ребята очень заинтересованы, потому что сделана она из игрушек, сделана из материалов, которые есть везде. И многие заинтересовались и пытаются тоже попробовать себя вот в такой исторической реконструкции. Музей участвует в днях экономики района, рассказывает о земляках воинов, организует встречи с пионерским детством. Так, такая встреча собрала бывших пионеров и комсомольцев нашей школы, награжденных путевками во всесоюзные лагеря Артек, Орленок, Океан. Встречаемся с писателями и земляками, организовываем встречи с ветераном технологического труда, бывшим директором школы, написавшей около 10 книг, Папуловой Тамарой Семеновной. На встрече дети читали ее сказки, отвечали на вопросы, рисовали и получили в подарок ее книги. 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы участвовали во всероссийской акции «Окна Победы». Разработали экскурсионный маршрут, который начинался от памятника воинам-землякам нашего села по всему поселку. Я как руководитель музея стала участником республиканской онлайн-конференции «Система образования Бурятии в годы Великой Отечественной войны». Все это пополняет наши знания о тех далеких годах и удерживает связь поколений. В настоящее время мы собираем материал для издания книги «История Гарфунской средней школы номер 73». В поисках материала задействованы все старшеклассники школы, выпускники и жители села. Нашей школе исполняется 120 лет. Ищем воспоминания, фотографии, обновляем, дополняем школьный отдел. Гордимся тем, что мы сохранили частичку истории, связанную с детскими организациями, октябрятскими пионерскими отрядами, пионерской и комсомольской символикой. Собираем старые учебники. Самый старый учебник у нас 1956 года. Наши гости не раз брали учебник и говорили: «Ой, а я учился по нему, нам приятно. Это как весточка из детства». А из нового решили начать новые проекты. Эволюция предметов быта. На примере экспонатов школьного музея. Наш школьный музей рассчитан на детей, на земляков, гарфунцев, на гостей из разных регионов страны. Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания подрастающего поколения. Он становится средством творческой самореализации, инициирует личностное ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по сохранению, возрождению, развитию локальных культур, исторических традиций, участвует в диалоге поколений. Мы рады всем. Но дети – это будущее нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов Родины, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма, гражданственности, духовности подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. И мы рады, что формируем эту связь, связь поколений и времен. Спасибо Российскому историческому обществу за возможность поделиться своим опытом. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Лилия Михайловна. Я предлагаю, давайте попробуем включить камеру, чтобы с вами немного побеседовать.
Я пока попробую так, да. Выключили микрофон. Так, отлично. Включите, пожалуйста. Да, все отлично. Лилия Михайловна, мы понимаем, что в работе, работа в области краеведения, это в первую очередь связь поколений. И вы не один раз упомянули в своей лекции о том, что в работе школьного музея принимают участие жители самого села. И, как нам кажется, это очень такой важный момент, который с удовольствием переняли бы и другие педагоги, которые нас сегодня смотрят. Расскажите немного о опыте взаимодействия с жителями села, каким образом вы привлекли их к этой работе и каким образом они вам помогают в реализации ваших идей. Когда мы создавали музей, я обратилась, просто ходила по домам и обратилась к нашим бабушкам, в частности, вот, бывшим ветеранам, которые работали в школе, к своим ученикам, их бабушкам, чтобы они несли в музей все, что им не нужно, чтобы они собирали рассказы, приводили своих бабушек. И вот наши бабушки впервые пришли к нам. С удивлением, у нас музей находился на втором этаже, тяжело им подниматься было. Но мы их приглашая, мы обязательно им давали маленькие подарки. Мы обязательно рассказывали, подписывали каждый экспонат, что он был подарен именно вот. Допустим, вышивка была подарена Гудковой Валентиной Викентьевной. Там, допустим, этажерка была подарена еще одним нашим ветеранам. Им было приятно это видеть. И потом наши бабушки, они же любят общаться, они любят рассказывать. Они вот сейчас, им необходимо сейчас вот это общение, да? Поэтому, естественно, что это только через личное общение. Сейчас, конечно, трудно с коронавирусом. У нас как-то на это время немножечко затихло это все. Но я думаю, когда это все закончится, мы обязательно этот как бы эксперимент продолжим. И с оставшимися обязательно поговорим и соберем материал, видеоматериал о них. Да, я думаю, что такое взаимодействие полезно не только для самих школьников, но и в первую очередь, наверное, для старшего поколения, которым очень важно ощущать свою нужность, да, и чувствовать свою важность, причастность к такому большому делу. Я думаю, что такой опыт необходимо перенимать всем, как минимум, школьным музеям, налаживать взаимодействие с городской средой, с средой своего местного сообщества, что положительно скажется как на школьниках, так и на самих жителях района, села и города. Я бы хотела поблагодарить вас за нашу сегодняшнюю встречу, за рассказанную вами историю, богатую историю вашей школы. Хотели бы поздравить вас с грядущим 120-летием. Не каждая школа может похвастаться такой историей. Передаем большой привет ученикам вашего образовательного учреждения и вашему педагогическому составу. И, конечно, не прощаемся. Да, говорим вам до скорых встреч и напоминаем нашим участникам, что сегодня уже в 18:00 мы встретимся в Московской области для проведения нашей новой беседы. Еще раз большое спасибо, Лилия Михайловна, спасибо за уделенное нам время, было очень приятно с вами общаться.